За всю независимость нашей страны Бишкек обслуживал только два районных электрических сетей. Это Западный РЭС и Восточный РЭС. На сегодня персонал этих РЭС испытывает определенные трудности при эксплуатации сетей. Усложняется подготовка режима в сетях, оперативное обслуживание и процесс ликвидации аварии. И в этом ключе строительство этого объекта можно считать своевременным. Строительство, введение в эксплуатацию на Северного РЭС является разгрузка, значит, северных районов города Бишкек. Это порядка 10 жилмассивов, которые питаются от 4 подстанций 110 кВт. Путем строительства еще одной подстанции Озерная будут разгружены эти существующие 4 подстанции 110 кВт. Радиус обслуживания охватывает порядка где-то 50 тысяч абонентов. Это порядка 522 трансформаторных подстанции напряжением 10,06-0,4 кВт. Отметим, строительство РЭС производится впервые за почти 30-летнюю историю независимости страны. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца года, а значит, это станет хорошим подарком в честь юбилейной для страны даты. Вы сегодня начинаете огромную работу. Наша страна вполне может стать страной энергетиков. Я думаю, мы сможем сделать хороший шаг вперед, развиваясь в этом направлении. Вопросы экологии касаются всего мира. Оттого и многие начали переходить на альтернативный и безвредный вид топлива. И мы также должны развиваться в этом направлении. На сегодняшний день улучшению и развитию энергосистемы страны уделяется особое внимание. Строительством РЭС в Бишкеке Министерство энергетики не остановится. В дальнейшем планируется строительство ГЭС на территории Кировского водохранилища, а в целях улучшения жизнедеятельности энергетиков планируется строительство жилого дома для них. Чтобы удержать наших кадров, которые мы воспитываем, каждый день работаем, они опыт набирают, надо им построить жилье. Жилье будет предоставлено по льготной цене, без никаких процентов, где-то в районе 350-300 долларов, я думаю, будет за квадратный метр. Потому что монтаж, мы будем сами делать монтаж электричества, внутренний монтаж. Плюс земля наша, вот за счет вот этого у нас удешевление будет этого проекта. И все эти моменты мы будем вот в этом году будем начинать. Город Бишкек за последние годы стремительно развивается и расширяется, а также больше становится и население из-за внутренней миграции. Так, в 2001 году количество потребителей электроэнергии в Бишкеке составляло без малого 195 тысяч человек. В этом же году количество абонентов превысило отметку в 260 тысяч человек. Жилмассивов тоже стало больше. За 20 лет в Бишкеке стало вдвое больше новостроек и жилмассивов. Этот РЭС, он будет обслуживать, помимо частного сектора, около 12 новостроек. Это очень хороший масштаб будет. Я так думаю, для оперативности, чтобы люди у нас сидели без света, быстро отреагировали. Помимо этого, у нас здесь будет сбыт ЦОН, который народ не будет ездить в Бишкек, на Толок, Молдову, энергосбыт. Это будет очень хорошо для частного сектора. Увеличение мощности, мы стараемся для этого, чтобы были увеличение мощности, мы и поставили РЭС, чтобы обслуживать лучше для нас, все было для населения. Достичь повышения качества обслуживания и оперативности в обеспечении электроэнергии населения столицы необходимо путем открытия нового РЭС в северной части города. Новый РЭС разгрузит электрические сети и обеспечит надежное энергоснабжение потребителей не только столицы, но и потребителей Аламюдюнского района Чуйской области. Дастан Касканов, Руслан Сабатаров, Фалато 24.